Ла-ла-ла-ла-ла. А давай еще так. А теперь с котом. Есть еще идеи? Конечно, давай счета оплатим. Юр, без QR-кода долго же. С ВТБ онлайн камера сама все считает. Ну как, получилось? Конечно, еще и 10% кэшбэка получили с бесплатной дебетовой карты ВТБ. ВТБ, вместе все получится. Кто из вас никогда не пробовал лагман? Надеюсь, нет таких? Лагман – это супер блюдо. Густой суп с мясом, овощами и лапшой. Настолько сытный, что тарелка заряжает энергией на целый день. Для лагмана делают специальную лапшу. Это довольно сложный и долгий процесс. Но я полон сюрпризов. И знаете, сегодня я вам покажу быстрый рецепт лагмана с курицей и лапшой удон. Курица готовится быстрее мяса, а удон только отварить. Сразу заявляю официально. Мой рецепт сегодняшний не сравнивайте с классическим. Почему? Да потому что от классики там процентов 50, а остальное чисто авторский подход. Уникальность моего лагмана в том, что ровно за 20 минут можно приготовить много вкусного насыщенного супа. Реально 20, не вру. Понимаете, а настоящий лагман только подготовка к нему займет 20 минут. И еще будете несколько часов готовить. Но вкус будет насыщенный, крутой. Так сказать, мы сегодня готовим лагман особый, по моему индивидуальному рецепту. Кстати, классический лагман я вам уже показывал. Рецепт вы можете найти на нашем интернет-канале «Просто кухня», выпуск номер 60. А сейчас экспресс-вариант. Начинаем с самого важного ингредиента – репчатый лук. Нарезаем полукольцами. Репчатый лук – обязательный ингредиент. Без него никуда. Вообще вот эта восточная кухня, там, я не знаю, плов, лагман, я не знаю, шашлык мариновать. Никак без него, поэтому обязательно должен быть. Теперь перчик, смотрите, у меня здесь три цвета. У меня красный, зеленый и желтый. Специально взял разноцветный, чтобы красиво было. Перчик нарезаем такими длинненькими кусочками. Оп, угол поменял и вот так режем. Так, теперь зелененький. Вы можете взять перцы и одного цвета, но от этого овощного светофора душа поет. Вообще супов с лапшой куча разных существует. Просто куриный бульончик с лапшой, рамен, понимаете? Лагман, конечно, тоже вкусный. Особенно нравится его такой, знаете, кисло-сладкий вкус с определенным количеством специй. Вот это мы точно в нашем лагмане повторим. Включаем нагрев. И начинаем подготавливать овощи. В сотейник немного масла. Теперь специи. Здесь у нас зира, без нее никуда. И здесь у нас звездочки анисовые, бадьян еще называют. Видите, ароматный вкус. Он когда варится, отдает свой анисовый вкус бульону. И потом как будто бы, знаете, томат вкуснее становится. И у вас бульончик в лагмане анисово освежающий. Это круто. От нагрева вкус раскроется быстрее. Вообще фишка, никакого бульона варить не надо. Все делается в одной кастрюльке. Как только бадьян зашкварчит, очередь овощей. Жарим теперь все это на большом огне, аккуратненько, до слегка золотистого цвета. Теперь курица. У меня здесь боксики, куриные бедрышки. Они без кожи и без костей. Это будет тоже составляющая нашего супа. Просто раскрыли и вот такими небольшими кусочками нарезаем. Никаких костей, ничего не надо долго варить, тут мучиться и так далее. Овощи жарятся, круто. Круто иногда готовить быстрые варианты блюд. Обожаю, я вам быстрых вариантов классических блюд надавал уже за историю просто кухни немерено. Давайте вспоминать. Солянка быстрая была? Была. Была. Что еще быстрая была? Да. А? Было. Медовик быстрый был? Был. Понимаете, быстрая пицца была. Это вообще был хит. Иногда круто что-то сделать такое, что обычно долго готовится, а мы делаем быстро, потому что не всегда хватает времени. А вкус и более-менее стержень, или как бы характер блюда, он от классики далеко-то не уходит. Поэтому такие быстренькие рецепты иногда супер актуальны. Вот вам супец за 20 минут. Когда чуть-чуть овощи обжарились, закидываем туда нарезанную курицу. Курицу сразу начинаем обжаривать вместе с овощами. Хочется переставить местами. Курочка немножко томится, обжаривается. Теперь важная специя лагмана – это зира.
так классно пахнет. Обожаю зиру. Есть люди, кстати, кто ее ненавидит. Странные товарищи. Прямо туда курочки, да, еще добавим. Так как зира маленькая, ее в самом начале не надо, а низ уже давно нагрелся и отдается аромат овощам и курочке. Супер. И пара минут на сильном огне, курочка практически готова. А вот сейчас томатная паста, без нее никуда здесь. Одна ложечка. Много не надо. Овощи с курочкой вместе пассируем с томатной пастой. Так как это суп, нужна вода. Заливаем. Да побольше. Доводим до кипения и спокойно варим. Ну а теперь еще два секретных ингредиента, которые делают этот лагман особым. Это огурцы и помидоры, маринованные. Именно эти два продукта дадут классный вкус. Тут у нас и кислинка, и сладость, и специя. И все, так говорится, в одном флаконе. Помидорчик. Снимаем с него шкурку и выкладываем на досочку. Когда на помидорчик такой смотришь, сразу его хочется съесть. Вкусно как. Вы сейчас скажете: Саша, это что это ты здесь выдумал такое? А я скажу: а вы попробуйте. И вам тоже понравится. Понимаете, там специи, там кориандр, там чесночок, кислинка, сладость, все есть. И получается, добавляешь вкус блюду. Помидор режем. Так, хоп. И огурец. Скажет: огурец, лагман! Да ты что? Конфликт будет международный. Не переживайте, не будет. Огурчик, он тоже плотный, текстура у него прекрасная, будет попадаться. Смотрите, какой цвет. Если вдруг у вас лагман получается слишком густой, кстати, у меня густой, можно добавить туда еще немножко кипятка. Доводим до кипения. И, кстати, не тормозим. То есть суп готовится 15 минут. Осталось отварить лапшу, и 20 минут, как и обещал, будет готов лагман. Что касается лапши, у меня здесь удон. Такая, знаете, приближенная к лапше, которую на лагман делают. Там, конечно, особый стиль, там совсем другая текстура. Нельзя сравнивать, это абсолютно разные вещи, но мы делаем быстрый вариант. Удон, на мой взгляд, подходит лучше всего. Закидываем в кипящую кастрюлю, обязательно подсолите и варите. 5-6 минут, и лапша будет готова. Так, проверяем. Томатная паста, видите, помидорки консервированные, разошлись и стали частью супа. И огурчики варятся. Супер. И аромат. Солим, перчим. В лагман идет зелень. У меня здесь кинза и петрушка. Петрушечку можно так веточкой меленько порубить. Это чтобы просто у нас ароматный был супчик. А где листики, можно уже чуть-чуть покрупнее. Так, и кинза. То же самое. Краешки прям самые отрезаем. И меленько вот так черенки. Там супер много эфирных масел. Вот так вот их туда. Раз и два. Выглядит-то нарядно, да? Раз, два, три, четыре, пять. Фу. Готово. Так, быстренько сливаем лапшу. Все, раскладываем по тарелочкам. Сюда лапшичка пошла. Я просто хочу вам показать, как можно быстро за 20 минут накормить семью наивкуснейшей едой. Перчик у нас разноцветный, нарядный. Все как надо. Зира ощущается, анис ощущается. Все. Этого достаточно. Консистенция крутая. Ну и в конце кинзы свежий. Оп. Да, травку можете класть какую хотите. В огороде какая растет, какую кладете. Может, вам тархун нравится положить, базилик. Пожалуйста. Лагман особый. Готов. Вот она, яркая еда, насыщенная, красивая, жириночки, цвет. Супер круто. Давайте пробовать.
Бульон оцениваем. А, классно! Специи ощущаются, анис вкус отдал, зира чувствуется. Смотрите, помидорки, которые консервированные. Отдали свой вкус, мягкие стали, крутые. Огурчики где-то попадаются. Сладкий перчик болгарский. Кусочки курицы. И бульончика там. Чувствую, что он абсолютно другой. Ну реально, характер прям похож. Крутая альтернатива. 20 минут. Лагман особый. Много порций. Во! Запоминайте или лучше фотографируйте ингредиенты на экране. Для самого быстрого лагмана с курицей и лапшой удон вам нужно взять куриные бедра, лапшу удон, маринованные огурцы и помидоры, болгарский перец желтый, красный и зеленый, лук, томатную пасту, звездочки бадьяна, семена зиры, петрушку, кинзу и подсолнечное масло. Большая тарелка лагмана с курицей – 101 рубль.